Александр Александрович, доброго дня. Мы с вами уже в Курске. Команда только недавно прилетела. Вообще, как ощущения от прошедшего матча Еврокубка? Как команда, как настрой, как силы, главное, наверное? Да, действительно, за последнюю неделю мы провели 4 хороших матча. В Кубке ФИБА мы убедительно победили команду из Франции и показали хороший баскетбол, результативный баскетбол. Это настраивает на оптимистический лад. Завтра у нас финал Кубка России. С какими мыслями к нему подходим? Согласны ли с тем, что Курск, наверное, все-таки фаворит в этой встрече? Ну, для Курска участие в финале Кубка России не единичный случай. Они уже участвовали, и мы были победителями Кубка России. Для нашей команды, которая второй год в премьер-лиге, я считаю, что это достижение играть в финале. Девчонки добились этого своим трудом, своей целеустремленностью и желанием. Я думаю, это желание поможет им играть в финале. Ну и вопрос, интересующий многих болельщиков. Не говорю здесь про конкретные фамилии, но все ли приехали здоровыми из Франции, не получили там кто-то еще повреждения? Ну, слава богу, новых повреждений нет у нас, их и так хватает. Ну, давайте оставим это в секрете до завтрашнего момента объявления состава на матче, и вы сами все увидите своими глазами. Все, спасибо большое, удачи завтра. Спасибо.